Всем привет! Многих наших подписчиков интересует вопрос, что будет с лотереей Green Card DV2021, официальное название Diversity Immigrant Visa. Повлияет ли ситуация в мире на ежегодный розыгрыш, который проводится с 1994 года? Напомним, что ежегодная программа DV предусматривает предоставление статуса постоянного жителя лицам, которые соответствуют простым, но строгим критериям отбора. Заявители, желающие получить визу DV, отбираются путем произвольного отбора, проводимого с помощью компьютера. При этом визы разделяются между 6 географическими регионами, и наибольшее количество виз выделяется на регионы с более низким уровнем иммиграции. Для граждан государств, из которых в США прибыло более 50 тысяч иммигрантов за последние 5 лет, визы не предусматриваются. В рамках каждого региона ни одна страна не может получить более 7% виз DV, выдаваемых в течение какого-либо одного года. В этом году в розыгрыше участвуют все страны СНГ, в том числе Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Российская Федерация, Таджикистан, Украина и другие. Подача заявок на участие в лотерее DV2021 проходила в прошлом году в период со 2 октября по 5 ноября. Выигрыш можно будет проверить с 5 мая 2020 года, то есть осталось чуть больше одного месяца. Мы отслеживаем ситуацию. Никаких изменений, связанных с лотереей, нет и не будет. Однако помните, что требования к участникам лотереи изменились. Чтобы счастливчик получил заветную грин-карт, он должен пройти интервью, сдать обязательные анализы и пройти обследование в медицинском учреждении и подтвердить свой рабочий стаж. Об этом более подробно мы писали в наших прошлых тематических постах и делали детальное видео. Удачи вам и выигрыша!